Как правильно привить на одну яблоню несколько сортов? Прививками я занимаюсь уже более 20 лет, мне это доставляет несказанное удовольствие. На каждом дереве у меня по нескольку сортов, это очень удобно и красиво. Представьте себе яблоню, на которой с одной стороны красные яблоки, с другой желтые, с третьей зеленые с красным бочком. Чудо! Участок у меня очень маленький, всего две с небольшим сотки, особо не размахнешься. Две яблони и одна груша, три молоденькие сливы, три вишни, смородина красная и черная, несколько сортов крыжовника. Недавно посадила 4 саженца абрикоса, выращенных мной же из косточек, увлекаюсь виноградом, у меня его 5 сортов. А еще я давно и безнадежно больна цветами, их у меня треть участка, каждый клочочек земли ими занят. Но не в том суть, поговорим о прививках. На яблоне сорта Жигулевка у меня сделана одна прививка от яблони. Северный Синап и 3 от Семиренко. На другой яблоне, сорта Спартак, у меня привито 6 сортов, дочь Панировки, Антоновка, Штрейфлинг, Жигулевская и еще 2 летних сорта, которых даже названий не знаю, для меня главное, чтобы яблоки были вкусные. На груши у меня пока 3 сорта, надеюсь, будет больше. Главное, Николай Александрович, соблюдайте правила, на одном дереве следует прививать, например, летние и осенние сорта, на другом осенние и зимние. Прививки лучше всего делать незадолго до начала сокодвижения, свежесрезанными черенками, но чтобы было им не больше недели от момента срезания. У нас в Поволжье я делаю прививки с 15 марта по 15 апреля, и когда занимаюсь обрезкой, то сразу и прививаю. Бывает, задерживаюсь по погоде, и прививки делаю уже по начинающемуся сокодвижению.